Добрый день, друзья. Смотрите, как мирно Дженни и Магда себя ведут рядом. И сколько радости они дают посетителям. Сколько нужно было пройти. Этим девчонкам через что пройти, через драки, через звуку, для того, чтобы вот так потом мирно быть. Но вот чуть-чуть несправедливо. Все в основном достается Джинни, по крайней мере сейчас. Вот сейчас, насколько видно, друзья, Магда не может поднять так хобот, как Дженни. Магда пылесосит внизу. Но вот людям сам факт того важен. Не накормить животного. Вот сейчас это очень сильно видно. Сколько бы ни писали, ни говорили, сам факт дать из рук. Потому что вот, ну, называется, видели, что Дженни, вот даже сейчас мужчина, да? Ну, кинь Магде этот банан. Нет. Вон кто-то Дженни там, ой, Магде палочки кидает. Так, капусту не всю отобрали. На входе. Сейчас схожу вниз. Друзья, еще раз хочу повторить. Не берите в зоопарк капусту. Не кормите животных капустой. Это им не полезно. Нет. Очень интересно иногда постоять сверху и посмотреть. Понятно, что Магду кормят. Но вот на месте Магды я бы тоже, наверное, уже обиделась. Магде ничего. Дженни все. Магда просит, просит. Ей ничего не кидает. Ну, почему так? Ну, какая разница, дал ты, если ты хочешь покормить, дал ты ссылки, дотянулся. Со шкуркой от банана. Или ты просто кинул слону, слону, если тебе важно его покормить. Людскую сущность, к сожалению, не переделаешь. Но вот на этом виде, вот даже вот так вот девочка хоп, кинула этому слону. Ну почему не тому? Понятно, я попрошу Вити, чтобы он сегодня побольше дал Дженни мне вкусняшек, бананов, апельсинов. Но ведь ей важно внимание. Прямо обидно за Магду. Лёша, иди сюда. Точно так же я вам уже, друзья, объясняла. Даже просто вот кидают. Ну, киньте Магде. Вы же видите, два слона. По большому счету Магда должна подойти, ну вот, и оттолкнуть Женю.
отсюда. Вот киньте, вот. Мужчина, кусочек морковки. Спасибо вам. Но она почему-то не может его найти. Вот еще кусочек морковки. Обидно за Дженни. Даже ж по размеру видно, что... За Магду обидно, что Дженни гораздо крупнее. И по идее, ну вот... Я бы протянула Магде. Но люди упорно несут Дженни, хотя вон там и внизу уже куча лежит. Друзья, моя просьба к вам, если вы несете слонам вкусняшки, вон мальчик тянет, мальчик, кинь ей, пожалуйста. Моя зайка, кинь ей. Если вы несете слонам, давайте равномерно. Им очень не хочется, чтобы они ссорились. Они придут домой, конечно, их там будет ждать все, и яблочки, и бананы, и все, что надо. Но тут-то вот Магда взяла и обиделась. Никто ей ничего не дал. Я знаю, что напишут в комментариях, почему вы не сказали ничего людям. Я не имею права, ну как это я буду указывать, кому из двух слоних дать. Это неправильно и нелогично. Но вот хочется прямо вот подойти рядом и опрос, почему вот этой даете большой, крупной, а той, что поменьше, нет. Ну, кинь, мальчик, кинь. Ну, неужели не дают только из-за того, что... Пойду скажу мальчику, что у нее хобот не поднимается, лишь бы его не унесли в другой слонихе. Я не выдержала, друзья, подошла, объяснила людям. И к моей радости Магде стали тоже давать вкусняшки.